Всем привет! Мы начинаем игру Two Player Princess Tycoon. Посмотри наверх, лунокорники Старичес. Это что? Не смотри наверх. Не важно. Короче, какие-то тайкуны принцессовские. Это что, я принцессой буду? Да. А мне говорит туда идти. Нет? Да. Угу. Это мы будем вдвоем играть? Но ты уже что-то настроила, ты с кем-то другим играла? Да. А, то есть тут можно начинать с одним игроком, а продолжать с другим? Да. И что? Как я? А что она мне не записала? Там... Пройду. Есть. А, стоять. Так у нас две половинки. Мы строим две половинки, а ну... Понятно. То есть ты можешь построить только половинку дома, да? Я уже понял. Так, а что она не нажимается? Есть. Да я уже, ну я уже сам разберусь, я уже знаю, как тайкуны деньги играть. Close. Деньги. Где мои деньги? Close. Вот тут мои деньги. 5 пока только. О, как мало денег. А мне надо сколько? 50. Смотри, сколько у меня. А ты мне не можешь... Вау, у Кати миллион почти. Ты мою половинку не можешь строить? Нет. И так я тебя не догоню никак. Мне надо 50, а у меня есть только 25. Так, сейчас будет. Есть, у меня есть 50. Дайте мне мои 50, дайте мне мои деньги. Есть, я могу что-то построить. Апгрейдер какой-то. Есть, все, пошли денежки. Ох, сейчас пойдут денежки. Все, 50 сейчас будет легко. А мне сколько надо? Дроппер 2, 100 мне надо. Короче, это то же, что у меня был миллионер-тайкун, а это принцессовый тайкун. Да, Кать? Да. Так, мне надо 100. Где 100? 90. Дай 100. Я все деньги мои есть. Потратила. Есть. Я ставлю второй дроппер, и сейчас пойдут быстрее деньги. Я все деньги мои потратила. Ага. Это, короче, миллионер-тайкун, только в розовом цвете. Да. И играть вдвоем. Потому что в миллионере я мог сам себе все строить. Тут нет. Тут один, одну половинку, второй вторую. Кстати, в миллионер-тайкун я уже этот домик взяла. Дом на дереве? На этом? Да. Так, а стены что-то дают или ничего не дают? Наверное, дропперы лучше покупать, да? Да, и потом стенки. Да. Зря потратил деньги. Ничего. Мне сейчас надо 200 баксов на апгрейдер, чтобы лучше денежки капали. Да. У Кати там уже миллионы, а у меня пока еще так себе. Ну, 200 будет. Смотри, 200 уже есть. Ну, только что ты не набираешь, не забираешься. Есть. Right wall. Не надо мне wall. Мне надо апгрейдер. И что? А, быстрее начала капать денежка. Так, что дальше? Дроппер 3. 1250? What? Ничего себе. Так, декорация Грейтер Роады. Пока ничего не важно, мне надо только дропперы, правильно? Оу, 1250. А вот, Join Group, говорит, есть. For free to auto collect. Хочу. И как? Да. Я у тебя уже пробовала делать. А, у нас не получается что-то, да? Джона? А я joinлась. Ладно. Мне надо... Еще немного. Мне надо сколько там? 1250, я смогу сделать. А что же у Кати? У Кати уже такие машины тут всякие стоят. А наверху еще покруче, да? Это как в миллионере? Да. И что у тебя там? А я не вижу, чтобы они работали. Как это? Почему я не вижу? А что ты такая прозрачная? Или ты не прокачалась? Нет, это я. Это ты такая? Иди со мной. Может, я пойду быстренько дроппер поставлю? Иди сюда. Я быстренько поставлю дроппер, чтобы мне быстрее деньги капали. Канцел. Вот, я иди поставлю... Иди на самую верхушку моего дома. Угу, сейчас. Ну, что оно так тупо есть? Не... Да тупо, реально. Эй, возьми с деньга. Так, ставим дроппер. Что мне дальше по деньгам надо? А ну-ка. Дропперы, шмопперы. А, теперь уже, наверное, надо всякие стенки ставить. Хорошо, идем посмотрим, что там Катя настроила. Тоже какой-то... Подожди. А-а-а! Вау, какой Кате костюм. Но это не принцесса совсем. Принцесса только то, что... Это крас... То, что это розовые больше, стены. Твой, да, крутой. Так, еще выше. И... Стена за 140 тысяч. Я смогу одеть? Я еще ничего не построил. Я кролик, я только заметил, у меня ушки есть. Круто. А Катя такая вся модная. Вау. Я почему-то не вижу, поскольку капает денег вот в эти дропперы. Ты видишь? А у меня тут каждая за 2000. Иду я себе апгрейдить. Пойду апгрейдить, потому что надо. Срочно надо. Сколько у меня денег? О, у меня уже 3000. Мне надо срочно строить второй этаж. Дроппер, возьми деньги. Или кто ты там?
Я хочу коллектнуть деньги, а оно не коллектается. Есть, наконец-то. Так, строим стены. Что мне еще надо? Всякие роды. Стейрс. Мне надо на второй этаж. Вот. Close. Мне не важно сейчас декорация. Мне важно, чтобы были эти... Вау. У меня нет ничего пока тут. Мне надо пол купить. А пол стоит 4000, да. В этот раз я не поменяла аватарку. Смотри за мной. А ну-ка, а что с тобой сталось? Ты такая какая-то стала блестящая. И быстрая стала, вау. Не, я медленный, я хоть я и заяц, но медленный. Хочешь быть таким быстрым? Хочу. Ну, честно, я не люблю быть быстрым. Я хочу за 4000 купить второй этаж. Иди сюда. Ну, идем, идем. Возьми вот это. Вот это? Нажми один. 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 Нажми. Нажал один. Нет, выпил. Один нажми, и потом клик. Вау, я выпил супер какой-то... Вау! Вау, вау, вау. Просто я не знаю, зачем мне эта скорость. Тут скорость не нужна. Тут важно скорость, как деньги быстро зарабатываются. И дайте мне... Вот деньги, посмотри, у меня не берутся деньги сразу. Эй, дайте мне мои деньги. Это же мои деньги, а? Дайте мне мои деньги. Наконец-то. Я могу купить второй этаж. И что я там хочу? На втором этаже могу уже дропперы какие-то ставить. Конвейеры, да? Да. 600 всего-навсего. У меня есть 600. Так. И дабл дроппер. 3900. Вот что мне надо. Стены мне сейчас не важны. Мне нужны дропперы. Вот 1500 даже. Так. Теперь не тратим деньги на ерунду. Покупаем... Ой, а можно я не буду быстрым таким? Иди со мной. Я знаю, как тебя убить. Это что-то я сильно быстро. Ну ладно, я уже помучаюсь чуть-чуть. Нет, покажу там. Хочу купить дроппер. Где? Купи, basic дроппер. Есть. И что? Где? Чего ты не капаешь, basic дроппер? 36. О! И иди сюда. Где ты есть? Здесь. О, ты опять поменялась. Иу. И где ты? Я тебя потерял. Тут. Я прыгаю. Я за тобой. А, ага. И как мы убьемся? Это пойти на кого-то нападать? А, гвиф. Это из-за двери. Ага. Все, сейчас мы очнемся в нашем доме, да? Да. Есть. О, и в моем в обычном скине. Так, а где? Я уже потерялся. А где моя, где твоя? Твой, половинка? Который... А, который меньше денег, да. Вот у тебя и вот моя половинка. И я сейчас смогу уже что-то купить еще. Так, всякие джирсы, это все ерунда. Yeah. Надо покупать дропперы 5000. Да, вот за 3900. Слой. У меня пятый слой. Пятый этаж, в смысле, да? Не слой. Так, а где тут деньги? Я что, должен на первый этаж всегда ходить за деньгами? Да. Серьезно? Не, ну это тупо, конечно. Да, надо было в этот идти в дробь, как это, в группу какую-то, чтобы автоматически коллектали деньги. Что мне надо? Мне надо еще один дроппер за 2,5 и дабл дроппер за 6. А ну, где деньги? Где мои деньги? Вот, 4,5 есть. И... О, ну я их не взял. Возьмитесь, деньги. Деньги! Ну что вы мне не даетесь? Смотри, мне не дают мои деньги. Тебя тоже так тупит? Нет. Капец, эй, денюжка моя. Да, есть, наконец-то, я могу идти что-то купить. У меня есть 8,5. Может покупить то, что подороже? Вот этот, который. За 6, дабл дроппер. И 112 за раз, 160. Фу! Круто. Так, а тут что? 2,5, могу еще один дроппер купить. Да, ты не все купил внизу. А внизу? Оно же денег не дает, то, что я не купил. Всякие стены и так далее. Да, но обязательно закончить, это некрасиво. Да я закончу, но я тут сначала начну зарабатывать больше денег с дропперами, да, всякими. Да, по миллионам зарабатываю, и потом... И потом вернусь и доделаю. Угу. Так, мне надо еще дроппер за 3700 и за 6300. То есть, если у меня будет 10 тысяч, есть у меня 10 тысяч? О, почти, я смогу купить 2 дроппера. Сейчас, а ну-ка, давай, давай, давай. Вот, 10 есть. А ну-ка. Дропперы. Уже 11 есть. Я покупаю сейчас 2 дроппера. И денежки быстренько пойдут. И я внизу смогу все купить. Я жду до миллиона. А,
Не покупаешь? И надо 100 тысяч. Так, дабл-дроппер. Еще один биг-дроппер. Так, 3 900 и 9. Теперь мне надо 13 тысяч на все. Ну, я сейчас быстро. Я думаю, что 13 тысяч сейчас быстро мне заработается с этими дропперами. Очень. И когда сделаю второй этаж, здесь, вернусь и доделаю первый. Там уже будет дешево. Есть. Так, 12 тысяч мне надо. 10 есть, 11 еще плюс мои. И можно брать. Денюшка. Есть. Так. Красота. Смотри. Сейчас все дропперы покупаю. Раз. А, Майнер, еще что-то есть. Еще какой-то бейсик могу за 4,5 купить. Наша кабулка самая крутая. Наша, вот эта стройка? Да. А, ну у меня только два этажа у тебя, да, ого-го. Да, да. Не, там посмотри повыше наверх, есть. Посмотри наверх, посмотри наверх. Не, не так. Вот посмотри так? Посмотри на... Ну сюда. На какой верх? На потолок? Сюда вообще. На цифру? Над деньгами. Над деньгами. Лунакорник, the richest. У нее есть 1300 миллионов. То есть самая богатая у нас в этой игре лунакорник. Но вот эта вот соседняя башня, она побольше. У них, наверное, побольше денег. Они просто все тратят. Хелл. Да? Yes. Так, что у меня? Мне надо 4500 хотя бы. Я иду убивать тебя. Идешь убивать? А, тебе не нравится твой скин? Нет. 4500. А у меня тут уже 28. Мне уже 4500. Изи. Есть. Все, сейчас докупаю все золото возможное на втором этаже и доделаю в первый. И так, это уже за роблоксы. За робоксы. Кстати, так. Я на Новый год робокс. Ты на Новый год робоксы заказала себе? Yes. И что, Санта сказал, принесет? Я не знаю. Так, ладно, шутки шутками. У меня 15 тысяч, давай доделаем первый этаж, чтобы было все красиво. Итак, 3... Две. Что там еще у меня? Есть деньги? Есть. 37, 2. Видишь, как легко все делается, когда деньги со второго этажа. Все, я все купил. Да, я все купил, все, что не за роблоксы. Я мои миллионы уже закончились. Все, ты уже не richest. Уже у него 10 миллионов у этого какого-то Фенденхорн какой-то. Фенденхорн. Так, ну что, я забираю свои 17 тысяч, это немного, конечно. Иду третий этаж строить. Okay. Второй пока не буду декорировать. Зачем мне? Ну пока. У тебя 48 тысяч, а у меня 20 тысяч. Так, gears, hoet, remover. Yes. Money decorates. А что? А, это просто декорация за 6 тысяч, не надо. А вол, я так понимаю, без стен не получится мне построить этот третий этаж. Поэтому строим стены. Строим стены. И лестница есть? Где лестница? Хочу лестницу. Невозможно еще лестницу построить? Почему? Обязательно. Да я хочу сэкономить, чтобы меньше тратить. Ну ладно. Да-да-да. Ну давай джирс, например. Дорогущие. Лазер. А, вот, вол мне не хватает, наверное. И что, я не пройду туда теперь? Я пройду. Так. Head remover. Ну ладно, уже потрачу все деньги. Где? Лестница есть? Floor 3 есть! Floor 3 есть. Stairs. Все, на лестницу мне уже не хватило деньги. Я опять richest. Катя опять самая богатая. А, у тебя немного денег, кстати. 700 тысяч? Нет, мне кажется... У меня... Ну, 800. 6. У меня 936 тысяч. Ну, мне показывают 800. Нева. У меня уже 50. Эй, денежка. Я пришел тебя забрать. Так, я, кстати, тоже уже нормально зарабатываю. Сейчас я быстренько делаю третий этаж. Где там он? И буду Вот, 4800 лестница. И что, есть у меня пол там? Есть, я могу что-то сделать здесь. Коллектор. И что это? А где, при чем тут? А, дроппер надо. Есть. И где деньги? Почему деньги не капают? Во, есть, капают. Все, капают. Так, коллектор 2. Так, надо дроппер сейчас покупать. Эк. Все, сейчас покупаю дроппер и денежки польются. Так, 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 сколько мне надо? 17, 18, короче, мне надо так по-нормальному 1050. У Кати пустой это... 2 миллиона стена стоит у Кати. Обалдеть, ну зарабатывай. А я иду вниз, за своими деньгами.
50 тысяч хотя бы, я говорил, мне надо. Ну вот, как раз будет. Вот, 13 плюс 40. Есть. Музон мне нравится тут. Так, где лестница? Вот выше. Это пока всякие декорации нам не нужны. Нам нужны дропперы. Вот. Раз. Есть. И пошли новые денежки. Ну, капайте, капайте. Вау, по 400 уже. Тот по 250 капает, а тот по 400. I like it. Так, новый коллектор и новый дроппер. Как раз у меня есть деньги. И что новый дроппер будет капать? А ну скажите. По 500 почти. Шикардос. Шикардос. Короче, нормалек. Нормалек. Смотри, по 500 только кап. Кап. Ну почти по 500. Мне надо новых 50 тысяч где-то на новый коллектор. Иду собирать. Катя пока там инспектирует, что у меня творится. А я... О, есть у меня 50 тысяч. Даже 60. Ну, денежка, соберись. Есть, собралась денежка. Покупаю новый дроппер. Там уже будет по сколько тогда? Если здесь было по 500. Короче, миллион для меня уже будет скоро тоже несложно собрать. Не, будет очень сложно. Ну как, я, конечно, буду его тратить, но... При желании можно собрать. Так, коллектор есть. Дроппер есть. Под сколько? Тут по 500, а тут по 600. Нормально. Нормально. Кьюл. Так, есть еще где деньги зарабатывать? Или тут уже всякие ерундовины? Да. Конвейер. Это же тоже деньги? Смотри на меня. А. Смотри. Да. Смотри на меня. Где Катя? Катя. Вау. У Кати новый прикид. Вау, какой модный, какой богатый. И у Кати кучу-кучу денег. 500 тысяч. Но... Я вам скажу, у меня тоже много. У Кати почему-то этот коллектор автоматически она собирает деньги. А мне надо ходить потому туда-сюда. Так я ж пробовал тоже присоединиться. У меня не получилось. Ну, неважно. Я приду сюда раз и 80 тысяч. Вот только отошел раз и еще 5 тысяч. Только отошел и раз и еще там сколько. Короче. Кьюл, очень кьюл. Короче, прикольная такая эта игрушка. Короче, розовый миллионер-тайкун. Я Ричардс. Ричард с миллиончиком почти. Ну, не совсем. Я так, конвейер, дроппер какой-то. И что он будет дропать мне? По сколько? Вау, я два, по 300, а второй по 600. Нормально, у меня есть еще деньги? Нету. Есть, нету. Вау. Смотри, сколько у меня уже денег капает. Срочно надо новый golden дроппер за 50 тысяч. Срочно. Мне надо срочно 50 тысяч. Где мои деньги? А у меня уже 70. Все, взяли 50 тысяч, пошли бы срочно покупать дроппер. И можно будет сейчас закончить этот, второй этаж. Второй? Ну, с вот эти всякие светульки, там, рульки. Всякие вот эти ненужности. Я думаю, ты все еще на втором делаешь. Не, я уже третий деньги заканчиваю тратить. Есть еще дроппер купить? Нет, все. А сколько здесь капает? По 1000! Здесь капает по 1000! Кьюл, very кьюл, реально. Все, сейчас я иду, беру денежки, что там у меня есть, и заканчиваю второй этаж, чтобы было красиво. Вот, а у меня даже есть уже 50 тысяч. Раз, раз. Может, все, и как раз и хватит. Все, я закончил, да? А нет. За миллион. У меня все пока еще по 7 тысяч вот я потратил. У меня все по миллион. Есть. Я закончил второй этаж, Кать. Кьюл. Да, и у меня все равно еще есть... А, ремув, смотри, чтобы снять одежду, вот ремув есть. Это чё? Для одежды. А для чего? Эу! А как это? Так, и ремув. Есть. Короче, я лысый стал. Я был в кепке, а стал лысый. О, у меня 200 тысяч, прикинь, пока погулял. У меня уже 200 тысяч. Так. И интересно, я Катю хоть немножко догнал по этажам? Да. На сколько этажей Катя выше меня? А ну-ка. Целых 5? Не-а. 3. Доллары обычные, а биткоины. Так, мой дроппер стоит следующий. 110 тысяч. Все. Мне надо хотя бы, ну там, наверное, 1100 или... А лучше 200 для двух дропперов. Так что сейчас я должен купить сколько? Есть у меня 200 тысяч. Сейчас я должен купить два дроппера. Хватит? Мне кажется, да. Мне тоже кажется. И... Ну, я лысый, конечно, не очень сейчас такой. Надо что-то одеть. Шарики взять хотя бы. Ладно, неважно. Дропперы где? Buy this, remover. А, мне еще выше надо просто. Я не там ищу.
идем выше. На этом этаже должно дропать хорошенько. Главное не покупать лишнего. Покупаем сейчас Money Dropper, который будет давать мне, скажи, по сколько? По 800. Много. Я думал, больше будет. Второй дает по сколько? По 1000. Отлично. А вот дабл Money Dropper еще один. 150 тысяч надо. Быстренько за деньгами. Я думаю, уже 150 там насобиралось. И... Есть, да, 150 есть. И берем... Окей, у меня мой минимум это за 2 миллиона 500, 800, 300 тысяч? Да. Так. Нет, 2 миллиона 800 тысяч. Да, конечно, туда-сюда бегать не очень прикольно, но пока сюда сбегал, туда-сюда, и денежки заработались. Так, 155, новый дроппер. И почем он будет давать? Сколько? 1300, нормально. Следующий 175 тысяч. А, это двойные дропперы, они на две стороны бросают. Да. Куль? Куль. И что у меня, Катя? Катя на два этажа всего-навсего выше, смотрите. Да, видишь, ты мои биткоины видишь? А, вот то желтое, да? Вот там на желтом значок биткоина, вот кто видит. Вот мы, похоже, приблизим его. Вот в уголочке значок биткоина. Е-е-е. Круто. А если я спрыгивать буду, не будет быстрее? Е-е-е. Будет быстрее намного. Будет намного быстрее, окей. Только что-то я все равно такой медленный. Ладно. Надо прыгать на эту сторону, наперед. Бум. И я не сгорел. Это хорошо. У меня есть 280 тысяч. Я их беру. Ну, у меня деньги не берутся опять. Yeah. Есть. У меня есть 360 тысяч уже. Кстати, лунокорник с 3 миллионами. Yeah. Да, самый богатый. Yes, я могу это скупить. А я могу быть самым богатым с 300 тысяч? Нет. Крис, 1,3 миллиона самый богатый. Так, я купил новый дроппер. Мне кажется, я по дороге зацепил, купил какую-то ерунду. Стенку купил ненужную. Хотя лучше бы собирал на новый дроппер за 250 тысяч. Реально, наступил, стенку поставил за 100 тысяч или за сколько там. Та уф, реальный. Very уф. Very уф. Ты уже ждешь, да? Да, я жду денег. Катя ждет денег, а я иду за 250 тысяч мне надо. Надеюсь, там уже насобиралось. А, кстати, как там прыгнуть наперед? Вот так. Не смогу я через стенку? Нет, давай вот сюда. Раз. Есть. Все, я спрыгнул. Катя из Инкабука. Катя из... Нет, ждет. У меня 3 миллиона. Есть. А у меня 370 тысяч. И это уже изи для меня. Я вот так только спустился, а у меня 370 тысяч. А у меня 3 миллиона. Не, ну ты, конечно, побогаче. Ты уже биткоины там майнишь. Блин, я опять тут... Короче, я вышел по лестнице и опять купил стенку, и у меня опять не хватает денег на дроппер. Я наступил, потратил 140 тысяч. Кстати, пап. Прыгаем опять. Тот, который сделал биткоины. Да. У него unlimited биткоин. Нет, не бывает. Биткоинов limited. Их не бесконечное количество. Да. Так, у меня будет сейчас 440 тысяч. А ну. Лунокорника 5 миллионов. Лунокорник самый богатый. Ну, это наша Катя, если кто не знает. Так, я опять иду наверх. Главное сейчас не наступить, не купить какой-то опять пол или стены. Они же деньги не зарабатывают, те стены. А ну. И аккуратно, аккуратно. Есть, покупаем новый дроппер, конвейер. О, вот это оно. Я покупаю деньги. И они капают по сколько? По 2000 за раз? Я покупаю деньги. На две стороны или нет? Ты за робоксы покупаешь деньги, что ли? Не-не-не, я покупаю вещи для денег. Круто. Так, что у меня есть? Стены, дороги, конвейер. Я еще один конвейер могу построить. 130 тысяч у меня есть. А что здесь? Сингл дроппер, 150 тысяч надо. Вот такая вот игруля. Катя убежала, точнее, Катю догнал. Она убежала чуть-чуть от меня, но я догнал. У нее там два этажа всего-навсего выше. А что это за офис у тебя там такой? Босс офис. Вау. Короче, я хочу босс офис. Все, я иду зарабатывать на босс офис. И у меня уже первый раз... 575 тысяч. Папа, у меня биткоин пайл. Вау, у Кати куча биткоинов валяется на полу. У меня, значит, тоже скоро будет. Ну, вот я не знаю, или мы дождемся в этом видео, потому что это долго. Сейчас я куплю самое, что там есть, всякие дропперы. Конвейер у меня уже есть. О, у меня шарики есть, смотри, классно. Так, теперь сингл дроппер. Так, еще один дроппер могу купить. Два. Еще один дроппер могу купить. Три. Ох, у меня денежки капают, смотри. По 1000, по 1300. По полторы почти. Е-е-е. Тут все конвейеры уже?
Похоже, что все. Будет на этом этаже еще что-то денежное? Наверное, нет, да, Кать? Нет. Не будет. Давай закончим декорацию предыдущего этажа. А, тут по 10 тысяч всего на все. Это для меня уже копеечки. Ну, не совсем копеечки, на все не хватит. Но кое-что. Эй, я могу купить. А я сейчас спущусь. Это только за стенку 2 миллиона. А это же у тебя уже давно, ты говорила, за стенку 2 миллиона, да? А я только раз погулял, и у меня почти 500 тысяч. Сейчас задекорирую последний этаж, ну, предыдущий. Чтоб красиво было, как ты говоришь, да? Хотя если просто играть, вот, чтобы заработать, то можно ничего не декорировать, не тратить зря деньги. А сразу просто все это, только в конвейеры тратить. Некрасиво так? Не сильно? Все, я все задекорировал, можно шапку какую-то примерить. О, вот это хочу и вот это. О, вот это уже более стильный, да? Ты похож на клоуна с этими шариками. Да. Нет, шарики у меня, могу снять шарики, да? Три, нажми три. А, фух, есть. О, а что два? Вау, два у меня крылья. И один, это рука. Вау, два крылья. Я не знаю, или я могу летать. Давай попробуем. Четыре. Четыре это зелье. Зелье скорости. Так, что у меня? 360 тысяч, могу построить стены. И я Катю догоню, и Катя будет всего-навсего на один этаж выше меня. Круто? Так. 200 тысяч, что мне надо? Что я могу купить? Ну давай дорогу купим какую-то. Давай. У меня за 3 миллиона надо коробки купить. Так, у меня деньги закончились. Проверить, или я летаю, я не смогу, потому что мне невозможно прыгнуть сейчас. Дабл джамп. Не. Не. Ладно, пошли, заберем деньги, попробуем, что там еще у нас есть. Что мы можем, точнее, что я могу купить за них. 500 тысяч будет? У меня уже 800. Да, я крутой. Мне еще надо 1,5 миллиона. Сейчас, я еще один этаж сделаю, и все, и будем заканчивать. Сейчас, я думаю, что я смогу. Что такое морф? Всякая ерунда, короче. Мне надо не морф, мне надо стены. Лазер давай, например, да? Морф — это вот эти чудики, которые можно одеть. Ага, да, не нужны они. Главное, чтобы деньги зарабатывались. Где? Что? Флор 5. Есть! Флор 5. У меня деньги закончились. Лестница будет стоить 200 тысяч. Сейчас я вот возьму деньги заработанные и смогу посмотреть. Смогу выйти почти на Катин уровень. Да. Ой, ну у меня, конечно, денег немного уже. Я быстро потратил. 400 тысяч. Мне тоже. Для меня это немного уже. Давай еще подожду немножко, заработаю. Мне надо 3 миллиона за один лейзер. Вау. Так, давай берем 500 тысяч и пошли. И пошли посмотрим, что я смогу сделать там. О, я чуть случайно шлем одел. Я не специально. Не собирался его одевать. Так. И морф. Где лестница? Или у меня тут уже есть лестница? Стерс. Стерс. Где стерс? Вот, стерс 190. Та-дам. И у меня есть второй этаж. Не второй, а вот этот. Какой-то уже по номеру. Вот, я Катю почти догнал, смотрите. Во, Катя начала, не знаю, ты сегодня начала играть? Нет. Ну, короче, я ее круто быстро догнал. И что? Фронт вол. 4 миллиона за... Рот. Мне надо ставить новые эти конвейеры какие-то, или что тут есть? Шорт гивер какой-то. А, тут же не конвейеры. Тут вот какие-то непонятные босс-офис. А он что-то зарабатывает, этот босс, или так просто стоит? Это бесполезный этаж. Не, есть, вот, что-то есть. Только одна. Один какой-то есть дроппер. Капец, это реально бесполезный этаж, на нем мало что можно зарабатывать. Да, я скажу тебе, сколько от этот... Тот бесполезный? Не, который... Хорошо, спрыгну. Большая штука. 10 тысяч. А, 10 тысяч, это неплохо. Ну давай попробуем достроить этот бесполезный этаж. И все, на сегодня, да? Ию, я такой крутой. Я даже не машу ни руками, ни ногами. Я, видишь, такой замороженный. Вот я иду к себе наверх. Иду к себе наверх. А где ты есть? Ва. А я уже видел тебя в таком образе, нет? А че одноногие вот эти образы, я не понимаю. Какая-то бимбулька у тебя там висит. Ну да, это корблокс. Оно где-то за 30 тысяч робоксов. Так. Short giver, ага. Это пимпочка, это за 30 тысяч робоксов. Офис босса, вот мой босс. И где-то здесь может дроппер быть, но что-то дроппер не ставится. Это мне сколько денег надо еще, чтобы дроппер поставить? У меня
застерзав. Надо 2 миллиона. На новую лестницу 2 миллиона. А я, знаешь, чем злой? У меня 600 тысяч я потратил на то, чтобы здесь был офис босса, где я даже не могу... А, могу. Фух, ладно. Все, это я, значит, босс. Только почему у меня такой крутой, точнее, старый, ужасный компьютер? Я не знаю. Ну, блин, если я босс, и у меня миллионы, у меня должен быть хороший компьютер. Так, все, сейчас достраиваем счет. Победа! Е-е-е, а у меня сколько? Сейчас посмотрим. Лунокор, не один, не два, у меня 1.97 пишет, что у тебя. Два. Да. Смотри. Ну ладно, я верю. Я верю. Так, берите с денежки. Эй, денежки, ну возьмите. Теперь я на два, как его? На два этажа. О, ты достроила новый этаж. Катя оторвалась от меня снова. Теперь дочь коин-дропер. Дочь коин? Да. Эй. За 2 миллиона. Круто. Так, я здесь уже был. Смотри, дочь коин-дропер. Ага, капец. А где мои дроперы? Че, я не могу ничего сделать, а? На вот этом. У меня на этом этаже одна кнопка только, да? Стены. А дропер? Я только стены без полезные буду ставить. Лазеры. Левел 5. Да у меня нету денег на него уже. 300 тысяч есть? Есть. Ну ладно, все деньги потратил и опять бесполезные. Вот дропер, да, могу? А, еще какой-то офис за 200 тысяч. Ох, я надеюсь, что в этом офисе я буду зарабатывать что-то. А то этаж целый построил, потратил, не знаю, больше миллиона уже. А толку с него? Никакого толку, он не зарабатывает ничего. Не серьезно так. Деньги должны работать. Если я потратил их, значит, они должны какую-то отдачу давать. Я купила дочкоины. Катя, то биткоины, теперь дочкоины. Тут даже не нарисованные дочкоины. Так, флор 6 я могу купить. Я купил офис и конвейер за 150. Только дропер за 500 будет стоить. Ладно, собираем на дропер. Но только один дропер тебе надо. Только один дропер и... что там еще? Новый этаж за 800. О, это уже начинается дорого. Это уже твои вот эти миллионы, что ты говорила, да? Ну хорошо, хотя бы дроппер надо купить за 500. У меня тем более уже есть почти. Есть 500. И у меня два дочкоин-дроппера. Или 800 там было? 500? 800. 800? Или 500? А ну проверим. 500. Это новый этаж за 800. Да. Все, идем, открываем новый этаж. Точнее, новый дроппер. И сейчас начнем зарабатывать еще больше денег. Так, высоко-высоко идем. И вот мой высокий этаж. Этаж не покупаю новый, покупаю дроппер. И он будет... Босс меня позвал? О, по десяточке капает. Вот это понимаю. Вот это не зря, кстати, я потратил 500 тысяч. А как ты знаешь? Ну вот я зашел, привет, босс. Босс Катя меня тут ждет. Ну короче, я думаю, мы круто прокачались. Мы как в тюрьме, смотри. Короче, мы круто прокачались. Я почти догнал Катю. Смотри. Да. Павел, что? I am tired of being boss. You are now boss. А я уже был боссом, я уже тут сидел. Тут старый компьютер, мне он не нравится. Короче, следующий апгрейд у меня. Новый этаж за 800 тысяч. Я не хочу его покупать, потому что Катя говорит, что там сплошные миллионы только тратятся, да? И стрих, я иду. И не получается. Ну, они дают, эти миллионы тебе дают за 23 тысячи каждый. О, круто. В общем, следующий раз, когда я буду прокачиваться, может без видео, просто так сяду, поиграю, я обязательно куплю биткоиновские вот эти дропперы. Они мне нравятся. Дочкоин. Да, биткоин, дочкоин. А пока что... Смотри, дочкоин. О, у Кати уже следующий этаж. А где лестница? А как там... ты? А, вот она. Ага. О, я оделся круто, кстати, у Кати. А ну, какой я крутой. Эй, какой-то я смешной, мне кажется, да? Так, что у Кати? Ну, тут не видно, но у Кати капают дочкоины. Где они? Это меч? Вот, вот они, дочкоины. Я да. Сейчас стану дочкоин. Эй, ты вышла из игры? Да, сейчас. Я сейчас стану дочкоин. Да, я думаю, уже пора заканчивать тогда. Подожди. Ну, ладно, давай, что там у меня? У меня уже 1.6 миллиона. Кстати, за счет того, что у меня крутые вот эти... Я заричист? Нет, не заричист. За счет того, что я... Купил последний вот эту дроппер за десяточку. У меня теперь быстро деньги капают. Я могу купить новый этаж. Да. Катю ждем. Я бы уже заканчивал, но ждем Катю. Подожди. Вот мой последний этот.
Флор 6. И стерс 390. И вот моя новый мой этаж. И что здесь? Волс, сервер, рот. Короче, тут начинается от 700 тысяч всякие прикольчики. Я так понимаю, мне нужен сервер для дочкоинов. И где ты есть, Катя? Катя, ну мы же ждем тебя зря. Все, я иду, я дочкоин. Так, у меня почти 600, а надо сколько? 700 за дорогу? А вообще надо сервер, наверное, за 1200. Ладно, так мы ждем Катю, я пойду пособираю денежки свои. И... Может быть, хватит. О, привет, дочкоин. Катя переоделась в дочкоина. И теперь Катя такая... С другой стороны станет, то папа плыть тебя закрывает. У меня хвостик. Или вот так. У Кати даже хвостик есть. Такая красивая Катя дочкоин. Ну что, я думаю, вы круто прокачались. Биткоины я обязательно сделаю, потому что это прикольная штука. А пока что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и зарабатывайте больше денег. Всем пока. Мне надо 30, потому что я спать.